Доброго времени суток, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Клайв Баркер и Иерихон. И в прошлый раз мы дошли до уровня под названием Из огня да в полымя. Что ж, давайте продолжать, посмотрим. В прошлой серии я один как дурачок ползал по канализациям, меня постоянно пытались уничтожить монстры, я еле выжил. И в этой игре одному точно не стоит шляться по уровню, потому что монстры здесь зачастую очень-очень опасные и очень злые. И они готовы подойти и разорвать ваш пердак сразу, причем без разговоров. И, конечно же, я возьму Блэк, потому что никем другим я играть здесь не могу. Ой, сразу запутался. Все? Больше ничего говорить вы не будете? Кто они? А, братан, кого ты увидел? Я уже... Честно говоря, боюсь. Главное сейчас от страху не чихнуть, потому что я маленько приболел. И, возможно, ребята, я буду чихать, что? Я понял. Нужно смотреть сюда. Но я никого не вижу. Кто стреляет? А, вот где эти засранцы. Они спрятались. Ну, получи тогда, а? Что? Уже прятаться не хочешь, да? Сейчас еще одной очередной... Еще... Что? Сейчас еще один очередной чувак вылезет и получит в репу мою волшебную пулю. Давай, вылази. Вылазь. О, они со всех сторон идут. Как это мило. Как это мило. Все друг друга пытаются защитить. Но от моей пули защититься невозможно. Блин. Серьезные ребята. Я не знаю, как их убивать. Так просто я по-любому в них не попаду. Нужно ждать момента и использовать свой сверхснаряд. Да, отлично. Их там уже целая бригада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все? Правильно. Зови их поиграть. Помогите же ей. Кому? Тебя опять убили, а? Черт, а кто тебя убил? Я же вроде бы там всех завалил. Да нифига. Видимо, не всех. Оп! Вот отсюда можно их достать. Отлично. Оба. Ай, развернуться не получилось. Я думал, смогу развернуть пулю, и она убьет и второго чувака. Но нет, 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 так не бывает. Черт, они лезут просто со всех сторон. Я понимаю, да, это круто, что он нашинкован, но, блин, нужно убить вот этого чувака, который прячется здесь. Их там все больше и... Блин, я не попал! Их там все больше и больше. Как их убивать? Как их оттуда выкуривать? Я не знаю. Давайте просто попробуем пройтись. Может быть, я смогу дойти до того места и убить их всех. Не торопись, не торопись, не беги. Охренеть, охренеть. Я не попал в него. Ну, хорошо, что Дельгадо оказался круче намного, чем я, и смог убить его. Блин, не могу я их достать все-таки, когда они за... Оп! Ай-яй-яй-яй, не получилось. Вот так. Когда они за укрытием, серьезно, достать до них практически невозможно. И, видимо, они будут бесконечно оттуда выбегать. Нужно просто туда прибежать и всех убить. Другого пути я не вижу. Ну и первый чувак... Да как так-то? Пуля летела, ведь в него. Но нет, 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 нет. Все... Все, больше никого здесь не будет. Слишком легко. Согласен. Нифига в этом легко не было. Ничего. Оп. Отлично. Ничего легкого в этом не было, потому что, ну реально, они спрятались и бежали просто бесконечно. Видимо, мне нужно бежать вперед как можно быстрее, иначе... Иначе я просто сдохну здесь и... Мы в ловушке. В какой ловушке? Ой-ой-ой, летающие мерзавцы. Как с вами бороться, я не знаю. Хотя, видимо, взрывные пули отправят вас в ад обратно. Туда, откуда вы вылезли. Хотя вы и так вроде сейчас в аду находитесь. Но от самонаводящихся пуль спастись невозможно. Он выбыл. Черт, черт, черт. Черт, сейчас еще и меня убьют. И тогда будет конец. Нужно срочно воскресить Дельгадо. Дельгадо, вставай. Ух, какие же здесь суровые монстры пошли. Я не знаю, как с ними бороться. От них просто пули отскакивают. Ну... Так тоже можно, но все равно я практически не покоцал его. Все. Походу я приплыл. А нет, 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 есть мини-игра и... Блэк оказалась круче. Блэк смогла надрать ему задницу. Ой, не смогла. Вы этого хотите? А, от всего отскакивают пули! Просто от всего! Черт, 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 ну дайте пройти! Давайте воскресим Блэк, потому что иначе никак не получится. Еще и обычные монстры ползут. Это просто жесть. Ну, вроде бы всех убили летающих, да? Фух. А, тут еще есть. Ребята. А что, если я сделаю так? А?
Правильно, крошка. Вылезай, поиграем. Ну, блин, только одного удалось убить. Даже миниган не справляется с этими монстрами. Хотя, миниган с ними справляется намного лучше, чем снайперская винтовка Black. Должен признать, миниган — это крутая штука. Должен признать, это реально очень крутая штука. Я не ожидал, что миниган будет настолько крут. Видимо, оказалось, что крут. Так, мне куда бежать-то? Сюда, да? Окей. Фух, где же мой отряд? Как я по нему соскучился? Кто бы только знал. Надеюсь, когда я зайду сюда, мой отряд снова меня встретит. Хотя что-то мне подсказывает, что зайти сюда мне не дадут. Да. Я был прав. Откуда? Черт, вот куда нужно было идти. Вот откуда идут монстры. Вставай, моя крошка, вставай, моя малышка. Ух. Ух. Все? Это затишье? Надеюсь, что да. Надеюсь, в ближайшие минут 20 я не увижу ни одного монстра, потому что я не хочу уже с ними сражаться. Они очень злые. Хотя эту игру можно отнести, в принципе, к классическим шутерам, где монстры тоже были очень злые и не всегда было просто с ними справиться. Несмотря на то, что как бы здесь тоже примерно такая же механика работает, все равно я могу восстанавливать свое здоровье со временем. Это немножко облегчает игровой процесс, но все равно порой монстры очень злые, они постоянно передвигаются, они постоянно прыгают, и убивать их становится безумно сложно, и у них очень много здоровья, даже с минигана приходится потратить немало времени, чтобы убить монстра. Посмотрите, они просто скачут, скачут и скачут. Прицелиться возможности практически... Да елки-палки, почему по мне-то стреляют? Ух! Засранец! Ладно, попробую перезарядиться. И пули в минигане у меня заканчиваются. И что-то мне подсказывает, что нужно двигаться вперед, иначе они будут бесконечно ползти. Да сколько в тебя нужно выпустить пуль, да ты? Не смей меня оставлять, Билли! Они не хотят погибать. Йолы-палы. Надо хотя бы кого-то воскресить. Это проигрыш. А нет. Нет, это еще не проигрыш. Я надеюсь, смогу кого-нибудь еще воскресить. Передохнул немного. Фух. Они еще попрятались тут. Смотрите, они просто сидят. Да я понимаю, что она ранена, но как я могу воскресить ее, черт возьми, если меня самого атакуют постоянно? Да сдохни ты уже наконец-таки. Фух, но у меня нет выбора, нужно просто идти ва-банк и двигаться вперед. Мне кажется, они будут бесконечно вылазить. Они будут вылазить просто бесконечно. У меня еще взрывные патроны закончились, тоже очень плохо. Больше от него проблем нет. Они прибегают и прибегают, они прибегают и прибегают. Там еще один чувак прибежать решил. Развернуться не удалось, к сожалению. Ну так. Фух, надеюсь, это конец. Где контрольная точка? Я хочу контрольную точку. Ага, сейчас, да, конечно. У пушки пусто в брюхе! Да, я знаю. Придется использовать пистолет, не иначе. Это просто самый настоящий ад. Это самый настоящий ад. По-другому и не скажешь. Надеюсь, это последний монстр. Но не может же это бесконечно продолжаться. Не могут же они бесконечно лезть. И только? Это все? Что? Повтори еще раз. Я тогда залезу в Блэка и разорву тебя на куски. Это было нифига не просто. Это было нифига не просто. Они ползли и ползли. Вижу врага. Здесь опять. Оп. Ай. Не долетела пуля до второго, к сожалению. У меня нету взрывных пуль, у меня заканчиваются снаряды. Я не знаю, как я буду проходить дальше. Я не знаю. Ну, только так. Вот только так. Отлично. Вы разблокировали лейтенанта Эбигейл Блэк. Хорошо. Смотрите вверх. Ну, конечно, конечно. Не хватало только мне летающих засранцев. Как их пробивать? Ну, вроде бы в кузов урон входит. Уже неплохо. О, он так быстро сдох? А нет, кого я обманываю? Не мог он так быстро сдохнуть. Фух. Прямо в задницу ему пущу пулю, отлично. Бойца за дело.
Кажется, теперь за мной. Такое ощущение, как будто бы монстров стало больше, а отряд нифига больше не становится. Нас как было трое, так трое и осталось. И как быть, я не знаю. Дух огня еще голоден. Да, так выпускай его почаще, дружище. Или я должен вселяться в тебя и выпускать твой дух огня. Выпускай его сам. Привет. А хотя, когда я первый раз проходил эту игру, когда она только вышла, я не записывал, естественно, это был 2008 год, по-моему. Я был еще помладше тогда. В общем-то, я тоже испытывал неплохую попоболь и с трудом проходил вот это место. Наверху. Именно замок. По-моему, замок как раз-таки это было самое сложное, что было в игре, как по мне. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Мне почему-то так именно и запомнилось. Хотя, возможно, я и не прав. Возможно, я и не прав. Когда я дойду до античности, когда я буду сражаться в Риме, там тоже все будет довольно сложным. Привет. Блин, я сам себя еще уничтожаю этими выстрелами. Ух. Хардкор он такой. Опять ты здесь, я же только тебя уничтожил. Они еще так прячутся, типа, я, конечно, тут посижу, но меня тут не видно, да, я сижу, ты меня, Саша, не увидишь, ты ведь такой тупой. Мы будем прятаться в одном и том же месте. Больше никого? Да, это плохо, да, это неприятно, но все равно я их убиваю. Все равно мне удается их хоть маломальски уничтожать. Блин, я начинаю путаться. Да, мне сюда нужно. Ребята показали, спасибо вам, ребята. Фух, враги опять здесь. Ну, попробую сделать так. Оба. Только одного, к сожалению, удалось убить. Жаль, нельзя использовать снайперский прицел. Ах ты, сволочь, ты чё подошел сюда-то? Мразота, а? Он стал прямо перед прицелом. И в итоге я выстрелил сам в себя и умер. Отлично. Так, давайте уничтожим вот этого засранца, потому что он постоянно стреляет. И если он будет стрелять, сражаться с летающими практически невозможно становится. Потому что взрывные выстрелы очень много урона наносят. Черт. Давайте в задницу ему пулю. И тебе куда-нибудь. Я не знаю, куда я попал, проклятие, но попал. Помогите же ей. Попробую. Попробую. Попробую помочь. Который это раз. Фух. Ну, вроде бы всех воскресил, но врагов все еще много. Прямо в голову. Если ты сейчас не сдохнешь, сдох. Молодец. Фух. Да пошел. Помогите же ей, проклятие. Ты. Цель уничтожена. Ух. Черт на этот Блэк, раз, иди спасибо. Сюда, я вселюсь в тебя. Пошлите дальше, пошлите. Фух, игра действительно сложная, ребята. Отвык я от таких игр уже, отвык. Стар я для таких игр. Да и вообще, в последнее время я практически не играю в игры обычные. В основном это инди-проекты. Поэтому, да, навыки стрельбы моей оставляют желать лучшего. Стреляю я отвратительно. Особенно, когда враги постоянно перемещаются, делать становится это еще сложнее. Ну, сдохни. Сдохни, сдохни. Не хотел я с тобой сражаться. У меня нет даже времени использовать телекинез. Потому что, черт возьми, телекинез это не помогает, по сути. Я пытаюсь его оттолкнуть, но он загорается. Так работает телекинез разве? По-моему, нет. Он должен, по идее, отталкиваться, но он загорается. Окей. Так, ладно, идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что-то мне подсказывает, что сейчас отсюда вылезет что-то злое. Потому что здесь что-то сломалось. Либо это просто догадки. Надеюсь, это просто догадки, и никакой монстр отсюда не вылезет. Я, честно говоря, ничего подобного не припомню. Попробую поставить... Нет, даже ни одного хедшота не смог поставить, они прямо от меня закрылись. Ну, получите тогда взрывные выстрелы. Блин, они так синхронно летают. Получи. Я не могу их пробить даже взрывными выстрелами. А-а-а! Что это? Покоцан! Покоцан! Да он же сдох практически. И опять они отбили мой выстрел. Воскресни, Дельгадо. Ты мне нужен. У меня заканчиваются снаряды. У меня закончились взрывные боеприпасы. Нужно как-то попробовать воскресить Чёрч. Они хоть и практически бесполезны, мои чуваки из команды. Да как? Они еще и уворачиваются. Они хотя практически бесполезны, но все равно хоть немного урона они могут по врагам наносить. Фух.
Фух, фух. Только я думал перевести дух, как опять вылез монстр. Надеюсь, он не сможет закрыться щитом. Все. Приговорил его к смерти. Но даже выстрел в голову его не убивает. А, кто меня бьет? Чёрт, ранена. Выбыл. Воскресни. Где я? Где ты? Где ты? В аду ты. Эй, сильно ранена. Ах. Добро пожаловать, Блэк. Где? Где? Где Блэк? Воскреси Блэк. Блин, я не успеваю их воскрешать, как они погибают. Разбегитесь, вы... Да ёлки-палки, вы серьезно? И давайте, Дельгадо, Дельгадо, воскресни. А теперь нужно разбежаться. Да, дайте пройти, жаль, здесь прыгать нельзя. Ну хоть как-то их можно убить-то? Ладно, есть вариант. Хоть в ногу. Хоть куда буду стрелять? Хоть по чуть-чуть я буду наносить вам урон. Проснись, Дельгадо. Передохнул немного. Вот это дело. Да... О, боже, брат! Я в порядке, отстань! Сколько это будет продолжаться? Блэк ранена! Ну хотя бы одного убил. Уже хорошо. Уже результат. Вроде бы все живы, дай пройти. Вроде бы все живы. Фух, потихонечку, полигонечку, надеюсь, всех смогу убить. Хоть медленно, но убью. Оба-на, у меня был один взрывной снаряд, но толку от этого немного. Надо воскресить срочно. Да не оставлю я тебя. О, ты жив? Слава богу. Но врагов меньше не стало. Вроде бы я успокоился, вроде бы все воскресли, вроде бы мне удалось отбиться от этой атаки. Но это было что-то жесткое. Ребята, вы сами видели. Я только воскрешал своих ребят, они снова погибали. Я воскрешаю, они погибают. Я воскрешаю, они погибают. Фух, давайте спрячемся в канализации где-нибудь. Надеюсь, здесь враги не достанут меня. По крайней мере, летающие. Все, ребята, в принципе, на этом, думаю, серию можно остановить. Это была жопораздирающая серия. Это было сложно, но, тем не менее, мне кое-как удалось справиться. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч, всем удачи и всем пока.